Каждый из нас мечтает о двойнике, чтобы свалить на другого следствие своих детских проказ или использовать его как замену на каком-нибудь сложном экзамене. И прошу заметить то, что близнецы всегда были редкостью. Их всего 2% от всех новорожденных. И во все времена окружающие не перестают удивляться. Здравствуйте. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и моего ведущий Роман Полинсков, и я Виктория Новикова. И сегодня мы решили опровергнуть или подтвердить самые интересные мифы, которые сопровождают близнецов на протяжении всей их жизни. И сегодня в студии у нас присутствуют братья Васильевы, Максим и Роман, и Динара и Диляра Самитова. Именно с вами нам сегодня предстоит как раз-таки поговорить и разобраться в насущных мифах. Ну что ж, давайте начнем. Первый такой миф известный, что близнецы отличаются характерами. Один смирный, другой страшный вреднюга. Вот как вы считаете, так ли это или нет, вот на вашем собственном примере? Ну, кто-нибудь. Так, я вреднюга. Ты вреднюга. Так. Роман, согласен? Подтверждаю. Ну, вообще, близнецы всегда отличаются характером, как минимум потому, что это только кажется, что два одинаковых человека одного и того же возраста, но в то же время один изначально старший. Это в любом случае как-то сообщается родителями, передается от остальных, ну и, соответственно, характер, естественно, формируется очень разный. Так. Ну, я немножко, наверное, опровергну, потому что мы все-таки два разных человека, и один смирный, другой вреднюга. Мы оба вредные, на самом деле, и оба смирные, каждый просто в своей области. Но люди разные, поэтому, я думаю, как-то обобщать то, что это одно и то же, ну, будет немножко неправильно. Ну, тем не менее, то есть, получается, вот видно, что у вас разный характер, правильно? Конечно, да. Вот, расскажите немножко, кто из вас имеет какой темперамент? Ну, у меня более, наверное, боевой характер. Диляра у меня более творческий человек, воздушный. У меня более такие земные черты характера. Я как бы более реалистичный человечек, поэтому... А вот моя сестренка более воздушная. Такая более скромная. Ты старшая, да? Нет. Наоборот, говорят, то, что если ты старше, ты как бы более впереди, оказывается, получается наоборот. Как так. А вот у вас как... Как бы разложилось, вы, я, насколько знаю, у вас своя творческая мастерская, собственный бизнес. Вот расскажите, как вы его ведете? Чем занимается? Более творческий, думаю, я, а системность вводит Роман. Он старший. Обычно происходит так. Максим ответственен за то, что давай сделаем до завтра, а скорее, я уже придумал. А доделывать и продолжать потом мне. Понятно. Ну, зато такой тандем, так тандем. То есть общая работа. Вы как раз уже пришли к второму мифу, что действительно, кто первый, он лидер. У вас получается наоборот. Так, ну-ка, Диляра, расскажи. Все с точностью, но наоборот. Динара уже сказала, да, что, наверное, она во главе. То есть, несмотря на то, что на несколько минуток я все-таки старше, но, к сожалению, это ни о чем не говорит. Так, а у вас? На самом деле сложно сказать. Всегда есть какие-то моменты, которые больше решает Максим, какие-то я. Ну, нельзя сказать, что из нас кто-то лидер. Больше есть вот деление на спонтанность и системность, скорее так. Также могу сказать, что у меня более техническое мышление, у брата более гуманитарное. Но так, что вот кто-то лидер, на самом деле такого нет. Вы старше, да? Да. Ну, вот борода, так скажем, выдает, да, прибавляет вам годков. Что ж, продолжим. Следующий миф – это то, что близнецы рождаются через поколение. Были у вас случаи или у кого-нибудь из ваших знакомых то, что близнецы рождались именно через поколение? Ну, может быть, где-то слышали? В нашей семье такого не было. Мы даже смотрели родовое дерево, исследовали как бы этот вопрос. Тоже действительно было интересно. Но такого не было. Я знаю то, что как бы уже логично, что у нас близнецов не может быть. То есть они будут через поколение, если как бы будут. Жалко, образом. Да? Я думаю, что нет. Это не такое большое счастье близняшки.
А я сразу хочу опровергнуть. Ну, у нас вот, кстати, тоже не было в роду близнецов. И на самом деле это явление спонтанное. Никто не знает, из-за чего оно происходит. Соответственно, это вопрос вероятности. И, соответственно, у нас вероятность такая же, как у любых других людей. То есть у нас близнецы быть могут. Ура! Ну, все равно, Динар, так... Я как с точки зрения математика, я все-таки закончил математический факультет, и точно могу сказать, это просто вероятность. Ну, я бы не очень хотела бы, чтобы у нас были близняшки, потому что, знаешь... Каково это быть с самого детства, когда тебя обобщают и отличают исключительно по бантикам и говорят там, ну какая разница, что Диляра, что Динара, то есть, ну, вот это вот все какое-то одно целое, либо там, ну, действительно, существовало очень много курьезных каких-то ситуаций, когда одного вписали там, ну, элементарно в больнице, второго вычеркнули, потому что думали, что это одно и то же, ну, вот таким образом, кому-то пятерку поставили, вычеркнули журналы, а, оказывается, пришлось отвечать по второму кругу, чтобы по новой поставили такую же самую оценку и так далее. Вот, поэтому это большой труд, наверное, с детства, и потом ты стараешься уже отличаться в каком-то осознанном возрасте. Ну вот когда как раз у вас наступило это время, когда вы поняли, что вы уже больше не хотите носить одинаковую одежду, хотите быть такими индивидуалистами? Ну да, наверное, это больше к школе. Ну, такого не было. Хотите ли вы, нас одевали одинаково, это всех умиляло, соответственно, такие одинаковые платьишки, бантики, все, ну, все было одинаково, поэтому, я думаю, это было в школе, когда пошло уже разделение по классам, мы пошли в разные направления, мы решили, что учиться мы будем абсолютно в разных местах, в разных классах, по разным направлениям, чтобы нас уже, ну, как бы... говорили непосредственно про личность, то есть не в целом ты два человека, а говорили о том, что ты действительно индивидуальность, и не сравнивали никогда. Поэтому мы и университет закончили разные, школы с 9 класса пошли по разным направлениям, хотели отличаться, хотели быть индивидуальностью, и максимально к этому шли. Вот. Ну да, я даже немножко удивилась, что у вас ВКонтакте даже не было совместных фотографий. Я зашла к Динаре, Диляре, но, во всяком случае, там не в отмеченных, посмотрела, думала, ах, вот я бы даже, если бы не знала, что вы близняшки, никогда бы не подумала. Мы даже не ставим там сестренка такого, там сестра, то есть мы это все убрали сразу и решили, что все-таки лучше быть индивидуально. Есть у нас совместные фотографии, на самом деле, недавно делали фотосессию и решили, что пусть будет парочка у нас совместных. Хорошо, но у вас как вот Максим, Рома? Ну, когда мы были мелкими, мы сами хотели одеваться одинаково. Мы наотрез отказывались, если нам приносили разные вещи, мы отказывались их надевать. А потом в школе захотели быть разными, и вплоть до того, что когда, например, я хотел растить волосы, когда Роман начал делать это первым, и уже не судьба. Опередил. Ну, понятно, но все равно у вас, получается, нет такого... негативного настроя по поводу... Ну, на самом деле нам незачем как-то отделяться специально. У нас с самого детства были одинаковые увлечения. Ну, не совсем одинаковые, много схожих. У нас сейчас есть много и разных увлечений совершенно. Но вот, например, наша работа, наша мастерская, мы ее делаем вместе, нам все нравится. Мы каждый знаем, у кого из нас что лучше получается. Мы точно знаем, чья работа кому принадлежит, кто ее должен сделать. Вот. И вообще было бы даже здорово, мне кажется, если бы у меня родились близнецы, потому что, во-первых, оптом удобнее, вот, а во-вторых, это друг с самого рождения, и нам незачем там как-то отделяться, мы можем просто дополнять друг друга. Ну вот, с одной стороны, так классно, что у вас позитивное к этому отношение, вот, и вы не против того, чтобы иметь своих близнецов и близняшек. А хочу предоставить слово нашему психологу, который сегодня присутствует в студии, это Кристина Викторовна Веселовская. Ну, Кристина Викторовна, скажите немножко пару слов. Ну, у меня сначала такой вопрос. Все-таки речь идет, вот сейчас вот у нас два, значит, братья и сестры, да, о монозиготных или о дизиготных. То есть это в народе как бы у нас однояйцевые или двухяйцевые, да, близнецы. Вот вы... Однояйцевые. А вы? Однояйцевые. Да, да, да. То есть здесь, конечно...
Ну, с чего бы я начала, хотела начать? Во-первых, эта тема, естественно, всем интересна. То есть это не может оставить равнодушным вообще ни одного человека, потому что феномен клонирования человека, который похож, идентичен, да, на первый взгляд, всегда привлекало внимание. И изучалось, естественно, и психологами, да, есть даже близнецовый метод исследования, где проводились различные, скажем, наблюдения по поводу того, что одинаковые по своему генотипу люди помещались в различные социальные условия и, соответственно, потом смотрелись, насколько различаются их личностные характеристики, их особенности характера и так далее. Ну, здесь еще что можно сказать, что в данной ситуации мне хочется поблагодарить вообще героев, то, что они согласились и мужественно так заявляют о себе и рассказывают и все это, потому что на самом деле наше стремление к каким-то стереотипам, да, то есть вот воспринимать там что-то, искать что-то похожее или находить в чем-то сходство, да, оно в основном вызывает на самом деле напряжение и раздражение. Ну вот вспомните сами, ну если, например, сейчас я вас, Виктории, несколько раз там назову Валентиной, первый раз вы можете улыбнуться, да, второй раз там это уже вызовет внутреннее напряжение и так далее. Вспомните ситуации, когда в классе путают фамилии, да, делают неправильное там ударение или коверкают там слова. Это, естественно, вызывает, скажем, такое напряжение. И первая, самая основная, наверное, проблема, которая, хотя я не люблю это слово «проблема», да, сталкиваются в этом плане близнецы, это вот вопрос индивидуализации, да, то есть каким образом дать понять окружающим свою индивидуальность, свою непохожесть, свою действительно уникальность и неповторимость, потому что это действительно так, да? Вот. И здесь я думаю, что проблема в большей степени общественная, а не их. Это наша проблема, то, что мы пытаемся упростить свое восприятие и не хотим видеть индивидуальность в, скажем, в людях, которые похожи внешне, да, имеют какое-то сходство. Здесь я просто дала бы рекомендацию всем нам относительно, скажем, близнецов или вообще всех сфер жизни, чтобы не упрощать свое восприятие, не искать, скажем, что-то общее, а искать, подходить индивидуально каждому событию, каждому человеку, каждой ситуации, просто как к уникальной, да. Но есть, конечно, определенные исследования в этой области, то есть определенные закономерности. То есть, например, вот я прочитала такое исследование, то, что мы сегодня услышали уже, разделение определенных социальных ролей, да? Когда дети растут и воспитываются вместе, то, соответственно, проще, естественно, нужно использовать это преимущество. Они одинаковы по возрасту, они вместе, да, воспитываются. И поэтому удобнее, да, скажем, распределить какие-то социальные функции и роли. Например, кто-то отвечает там за порядок, если говорит совсем упрощенно, да, кто-то там отвечает там, не знаю, за там, кто-то за мытье посуды, кто-то за уборку. И если это говорить о социальных контактах, кто-то может быть, например, за общение там с друзьями, а кто-то за какие-то там мероприятия внутренние, да, организации или какие-то там активную культурную жизнь. Поэтому это, естественно, происходит, да, но это, я думаю, что это в любых семьях, где есть братья вообще и сестры, да, где не один ребенок, это происходит. Вот что касается воспитания, есть ли какие-то такие советы, ну, может быть, родителям, у которых только что там родили близняшек, или на будущее, какие ошибки нельзя допускать при воспитании именно близнецов и близняшек? Да, ну вот сейчас уже мы видим сформированные абсолютно личности, да, которые уже получили определенное воспитание и набор определенных характеристик. Но если говорить о будущем, да, о том, как воспитывать, ну, прежде всего, это то, что я сказала, общая рекомендация, подходить индивидуально. То есть родителям, конечно, проще, когда двое детей занимаются друг с другом, соответственно, они уже могут друг друга развлечь. И столько времени родителям не нужно прикладывать, чтобы там заниматься с каждым индивидуально. Тем не менее, здесь нужно сказать, что
каждому из близнецов необходимо свое личное время, да? То ли это чтение, может быть, это рисование, может быть, это прогулка. Должно быть личное время, которое потрачено только на них. Вот это вот, наверное, основная такая рекомендация. Ну и слышать своих детей – это вся общая рекомендация всем родителям. И прислушиваться к их желаниям, потребностям, потому что вот девочки сказали по поводу там одинаковых бантиков, платьиц и так далее. Или что за дело, так скажем. Да, да. Чего-либо просто. Ну, травмирование, понимаете, да, 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 конечно, воспитание на всех на нас накладывает определенный отпечаток, да, и не проходят наши родители школ каких-то специальных по воспитанию, и воспитывают, в принципе, по наитию, так как нас воспитывали, как их воспитывали и так далее. Поэтому здесь, конечно, мы в любом случае благодарны своим родителям, но... Тем не менее, делаем выводы, и сейчас все в ваших руках, то есть каким-то, да, менять что-то в своем поведении. Ну, в этом плане мы, наверное, поблагодарим своих родителей, потому что с детства нас отдавали в разные кружки творческие, это и художественная школа, музыкальная, танцы и так далее. И каждый выбрал себе то направление, которое было интересно. Uh-huh. То есть здесь как бы самое главное не говорить о том, что ты танцуешь хуже, чем твоя сестра. Вот это, конечно, травматично, это делали педагоги, и, соответственно, я не пошла дальше в танцы, вот, и так далее. Но, тем не менее, вот большой минус педагогики в школе и так далее. А вот у тебя-то в 9-м грубо говоря, сестренка пятерку получила, а ты тут на четверку кое-как накарабкалась. Ну, вот это, конечно, действительно обижало, и ты думаешь, ну, блин, ну я что, хуже, что ли? Конечно, нет. Единственное, конечно, смущали, наверное, всю жизнь, это самые стандартные вопросы, когда люди заинтересовываются близнецами и спрашивают, там, допустим, а если вот ты заболел, у тебя сестренка тоже болеет, или там живот у тебя болит, значит, и ей тоже плохо. Ну, то есть, соответственно, ты понимаешь, что, это вообще бред, на самом деле такого не бывает. Либо же, какие еще бывали вопросы? А, самые популярные, вы сестры, когда люди видели то, что мы одинаково одеты, с одинаковыми прическами и так далее, вы сестры, вот это, конечно, все убивает всегда, до сих пор. Когда ты с кем-то общаешься, встречаешься и так далее. Когда меня спрашивают, братья ли мы, я говорю, нет. Не, я отвечаю, мы братья, на самом деле. Говорят, вы сестры, я говорю, нет, мы братья. Ну а что, ну что за глупый вопрос? Про болезнь мы активно поддерживали этот миф, потому что это очень удобно. Один заболел, почему бы не походить, а не остаться дома вдвоем? Зачем идти в школу? Ну, здорово. У нас не получалось поддерживать. У нас, если один болеет, он выздоравливает, другой автоматически заболевает, потому что, ну, рядышком все живем в одном пространстве, там, в одной комнате и так далее. Вторая только выздоровеет, первая начинает по новой болеть. Поэтому у нас мама, конечно, то одну всегда в больницу водила, то только с одной, и там уже врачи говорят, ну, что ж такое, когда же сами-то уже выздоровят. Вот так, конечно, было с детства, было очень забавно. Ну, слушайте, вы как раз немножко сказали о том мифе, который тоже достаточно известный, что близнецы, они экстрасенсы, они чувствуют друг друга на расстоянии. То есть у вас такого вот нет, например, Динара Диляра? Нет, на самом деле есть, наверное, частично. Это в любом случае, я думаю, будь то близнец, будь то не близнец, если человек тебе дорог, он твой родной, ты в любом случае будешь скучать. То есть у нас был момент, когда Диляра достаточно долгое время училась в Санкт-Петербурге, и, ну, соответственно, тебе не хватает, потому что у тебя вроде бы всегда рядышком человек, он был там, общаешься с ним, здороваешься, завтракаешь, там, не знаю, время проводишь вместе, и тут на какое-то большое количество времени тебе его отнимают. Ну, соответственно, ты скучаешь, конечно. Но я думаю, это у всех, то есть это не касаемо близнецов, что мы там чувствуем друг друга на расстоянии, на каком-то большом, ну, так, я думаю, нет. Я думаю, здесь вопрос идет скорее в целом, верит ли человек в подобные экстрасенсорные способности или нет. Я вот совершенно не верю, поэтому никогда такого и не замечал, и считаю, что там этого нет ни между близнецами, ну, равно как и между другими людьми. У меня тоже брат довольно долгое время пробыл в Петербурге, и вот что-то как-то, чтобы узнать, что все равно нужно было позвонить, как-то, ну, совершенно ничего не чувствовал, естественно. Угу. Рома, немножко можете рассказать о том, или Максим, как вас в детстве воспитывали, как маме было тяжело с вами или нет, рассказывала она вам это или нет, проводила ли она как раз-таки время с вами по отдельности, или все-таки вот вы всегда были вместе? Ну да, маме было сложно, потому что в два раза больше одежды, в два раза больше еды и так далее и тому подобное. Нас не разделяли, нас всегда воспитывали вместе, в одни и те же кружки отдавали. Там мы
ходили много-много секций, плавание, карате, и все это было вместе. Вот. В итоге мы остановились на художественной школе, нам там обоим нравилось. То есть я не помню такого, чтобы мы длительное время проводили раздельно. Угу. То есть, в принципе, ну, трудностей таковых не было, все равно ждут. Ну, все равно удобнее, когда ребенку сразу есть с кем играть. А детский садик мы, кстати, не посещали, просто потому что, ну, во-первых, было с кем играть, там с бабушкой всегда можно было выйти во двор, и, собственно, такой надобности в детском садике просто не было. Ну, то есть вот вы говорите, что там не чувствуете, в принципе, друг друга настроение, вы в это не верите, но представьте себе такую ситуацию, что вот вам придется разъехаться по разным городам. Какое у вас будет внутреннее ощущение? Пусть едет. Пусть едет, да? С катертью дорожка там, да? Ну, у него своя жизнь, просто вот сейчас нам вместе удобно, и там не хотелось даже разъезжаться. В какой-то момент ему нужно было поработать в Питере, ну, все нормально. Но он все равно вернулся, именно к тебе он вернулся. В Питере мокро. Ну... И некомфортно. Возможно. Я вот хотела бы прокомментировать, что в результате того, что два ребенка одинакового возраста бок о бок воспитываются и развиваются, ну, условно скажем, три такие модели поведения складываются, да, считается таким образом, что могут близнецы входить в такие отношения симбиотические, то есть очень-очень привязанность близкая друг к другу, да, и действительно там... Значит, в результате этих отношений, конечно, могут и переживания эмоциональные возникать и в ходе разлуки, там, и так далее, длительные какие-то расставания. Вторая модель – это, скажем, когда, наоборот, такое прям сепарация, то есть отделение и такая ярко выраженная индивидуализация. То есть, ну вот я сейчас вот у вас услышала до этого как раз то, что в какой-то период времени в детстве, какой возраст это, ну, можно уточнить, да, началось то, что вот хочу именно так, хочу именно не похоже, да, волосы в разный цвет и так далее. То есть какие-то вот такие явно подчеркивающие свою индивидуальность, плюс еще вопрос соперничества, да, то есть кто в чем преуспевает лучше, кто первый, кто так далее. Ну и третье, как бы более нейтральное, то есть когда близнецы достаточно спокойно, в общем-то, воспринимают и, как, скажем, и как обычных других семьях, скажем, обычные братья и сестры, вот. Поэтому здесь вот, ну, немножко я бы не стала каким-то определенным типом, да, причислять. Но вот у вас в большей степени такое привязанность, да, друг к другу наблюдается как-то. И единство интересов, единство это, а у вас больше индивидуализации. Ну, это такие вот комментарии. Mm-hmm. Возможно, это и не так, да. Вот подобрались мы к одному тоже интересному мифу о том, что внешнее сходство, то есть из-за внешнего сходства их невозможно различить. И мне кажется, здесь, наверное, будет очень уместно комментарий вашего друга. Вот, например, Динар Диляр сегодня привели с собой подружку свою общую. Вот, Юля, очень интересно послушать твой комментарий. Вот, в чем ты видишь их различия, и когда ты с ними познакомилась, ты сразу поняла, на что вот деле. Это Динар, это Диляра? Когда я с ними познакомилась, я вначале познакомилась с Дилярой, и на тот момент я не знала, что существует еще Динара. Когда я увидела Динару, я просто подумала, честно говоря, что они погодки. Mm-hmm. Я почему-то мне не показалось, что они близнецы, просто похожие очень сестренки. Потом узнала, что близнецы. Но отличия, они огромные, мне кажется. И нет, конечно, их что-то связывает и в характере, и внешность, безусловно. Но они очень отличаются, действительно. Я не воспринимаю их, может быть, как близнецы. Даже, mm-hmm. наверное, так. Ну, немножко нам завесу тайны раскрой. Вот. Что ты явно видишь в них отличия? Вот в каких-то ситуациях, может быть, они иначе даже себя ведут? Может, какие-то истории из жизни? Ну, вот Динара как раз говорила о том, что разность характера у них проявляется в том, что Динара человек более основательный, может быть, да? Диляра более творческая. Mm-hmm. И вот, ну, вот это два главных направляющие, в которых они отличаются. То есть... Общаясь с Дилярой там, на какую-то проблему, например, да, Диляра видит ее с одной стороны, Динара с другой.
Что-то у Динара проще, что-то у Диляры. Ну, примерно вот так, да. Но они разные абсолютно. Мне кажется, они совершенно разные. Они все равно дополняют друг друга, да? Друг без дружки все равно не могут. А у вас как? Вот, если друзей нет, мы у вас спросим. Ну, в студии нет, ладно. Мы в детстве были настолько похожи, что даже близкие друзья вначале не могли нас различить. То есть различали по родинке у Романа. И... Где? А, ну вот. Да, и скоро ее не будет видно. И в общем-то все. По голосу. Ну, потом там уже начали нам говорить, что мы совершенно разные люди. Но так, помню, в детстве даже друзья не различали. Подходят, смотрят на родинку. Привет, Роман. А если нет, разговаривать не буду, да? Ладно, я шучу. А вообще вот сейчас у вас больше общих друзей или все равно уже есть какие-то, ну, разные компании? Как вам сейчас? Сейчас общих друзей больше, чем раздельных. Угу. То есть, ну, в принципе, все равно одна компания, то есть, ну, дружите вы... В принципе, да. Угу. А у вас как, девчонки? Ну, у нас просто очень разный круг общения. У нас есть и общие подруги. Вот, допустим, Юля, несмотря на то, что как бы Юля работает больше с Дилярой, тем не менее мы вместе стыковываемся в каких-то общих компаниях, общаемся и так далее. Вот, наверное, разные у нас круги общения. Ну, стараемся. В любом случае, мой круг общения всегда знает то, что у меня есть сестра-близняшка, и всегда также приглашают на все какие-то вечеринки, тусовки и так далее. То же самое, как будто со стороны Диляры. Ну, а в детстве все равно, наверное... Делили одну подружку там тоже? В детстве, да, у нас всегда была подружка, и мы даже как-то боролись за нее, кому больше внимания, но это все как бы в детстве. Все осталось там. И хотелось бы обратиться в зал. Друзья, были бы у вас случаи встречи вообще с близнецами, как вы их отличали, что вы о них можете сказать? Я знаю, вот эти люди встречались с близнецами, давай рассказывай. Здравствуйте всем. Что хотелось бы сказать. Во-первых, я всегда, конечно, мечтала иметь сестру-близняшку. У меня сестра, но она старше меня, но мы абсолютно не похожи. Но, на мой взгляд, это очень здорово. Я бы одевалась так же, одинаково, не знаю. Это было бы, на мой взгляд, очень здорово. Ну, каждому человеку еще хочется такой. Да? Вот. Я в душе, я по знаку зодиака, кстати, близнецы. И во мне два человека. Потому что у меня, вот мои подруги скажут, на самом деле, я то добрая, то злая, очень переменчива. И не знаю, вот на самом деле, как будто два близнеца во мне живут. Хотя это тоже, наверное, своего рода миф какой-то. Но близнецами стать не получилось, хотя бы знак зодиака не обделил, да, скажем так. Опыт общения, да, безусловно, имеется. Сейчас у нас с моей подругой имеются два друга общих, так скажем, одна, вот, и они абсолютно похожи. По внешности они абсолютно похожи. Я лишь определяю их по ямочке. И вот, знаете, все-таки взгляд имеет место быть, отличается. Хотя вот если люди, близнецы, оденутся в одну и ту же одежду, и, не знаю, тяжело будет. Это, наверное, вот именно общаться нужно, вот как вот ваша подруга рассказывала, потому что каждый человек, он все равно индивидуален по-своему, да? И, не знаю, ну, тема очень сегодня интересная, конечно, и на вас очень интересно смотреть, потому что на самом деле вы абсолютно похожи. Вот в вашем случае у вас стрижки, да, у вас прически, цвета интересно, разные. Интересно, как в зоопарке. Ну, здорово, на самом деле. Ну, я соглашусь с подругой своей. У нас, да, мы подруги лучше, и наши лучшие друзья, ну, как лучше, хорошие знакомые, тоже близнецы. Вот, да, как я хочу подметить тот факт, что у них разный взгляд. И, в принципе, вот несмотря на то, что они воспитаны в одной семье, действительно, характеры очень отличаются. Но вот эти манеры в семье, как привили, да, вежливость, вот это вот, не знаю, какие-то манеры, там, этикеты, да, правила поведения, вот они вот есть. Но характер, конечно, да, у каждого человека индивидуален. Поэтому, ну, это интересно, это здорово. Так, вопросы есть к нашим
гостем. Да. Добрый день всем. Есть такой вопрос. Меня всегда даже с детства интересовало, почему в семье близнецов, когда у родителей, молодых людей, у пары, рождаются близнецы, дети, почему они стремятся их приравнять друг к другу, хотя бы внешним способом, да, стандартизировать. Мне кажется, это не есть хорошо, так как каждый человек, он экзотичен. Мы с вами, каждый в отдельности, представляем собой особый сорт растения. И поэтому приравнивать нас друг к другу ни в коем случае нельзя. Угу. Такой вопрос. Кристина Викторовна, как раз. Ну, вы знаете, я, наверное, не стала бы обобщать, потому что каждый конкретный случай, каждая семья – это уникальный случай. Если я буду обобщать, я пойду как раз вот этим легким путем шаблонов, установок и так далее. Ну, можно предположить, что, конечно, два ребенка одновременно, которые рождаются, это достаточно большая ответственность для родителей и большая нагрузка. И, соответственно, чтобы облегчить как-то свою жизнь, свой быт, естественно, покупаются, с одной стороны, там какие-то вещи одинаковые. Второй момент – это еще ситуация соперничества. Насколько я знаю и сейчас слышу вот из первых уст, игрушки, которые не одинаково, одному купили одно, второму не купили. Вызывает, соответственно, лишний повод для каких-то споров, конфликтов и так далее. Чтобы избежать этих моментов, родители, конечно, идут на то, чтобы, значит, одевать одинаково, чтобы покупать какие-то одинаковые вещи, чтобы, может быть, водить в одинаковые какие-то места. То есть это совершенно такие, я думаю, объективные какие-то причины. Хотя каждая семья – это все равно уникальный случай. Надо смотреть каждый случай в отдельности. Но я не думаю, что когда вырастут, они уже сами примут решение продолжать им одинаково одеваться, ходить в одну секцию, либо как бы чтобы их интересы разошлись по разным сторонам. Вот. Рома, вы как считаете? Вот вы все-таки изъявили желание, что хотите, чтобы у вас были близнецы. А как бы вы поступили, во всяком случае, на самых первых порах? Одевали бы так же одинаково, да? Ну, они сами могут решить. Когда я думаю, даже с самого маленького возраста, там уже лет с трех, дети уже сами выбирают, какой цвет им как минимум больше нравится. Вот. А когда они совсем еще маленькие, ну, я не знаю, я бы, наверное, по обстоятельствам уже решил. Ну, это умиляет, конечно, окружающих все равно. Ну, нас в детстве мама никогда не стремилась одевать одинаково. То есть, когда мы были совсем маленькие, она одевала нас по-разному. И даже когда мы более-менее осознанными стали, мы всегда требовали одинаковые. Это ваше решение как раз-таки. Да, то есть она всегда хотела, чтобы мы были разными. Это наше решение, и там вместе находиться тоже наше решение. Это классно. Ну и все равно такое самое интересное. Расскажите о тех историях, когда вы пользовались своим положением, так скажем, что у вас есть такой же человечек, как и вы, и когда это вам было на руку, а когда вам это, возможно, мешало. Ну вот уже не совсем про детство, наверное, а вот сейчас уже в таком более осознанном возрасте. Сейчас удобно сдавать финансовую отчетность по организации. Беру два паспорта, иду, один все делаю. Ну, то есть Максим не заботится об этом. Ну, и зачем ему там заново все изучать и прочее, узнавать, как все делать. Я просто там зашел один раз, зашел второй раз, все. Попробуйте, докажите, у меня же два паспорта. Что, мы сдаем какую-то отчетность? Ну вот видишь, он проблемы на тебя не переваливает просто, не посвящает. Ага, у вас, девчонки. Несмотря на то, что мы сейчас очень отличаемся, допустим, в детстве мы, конечно, были более схожи, мы никогда не пользовались осознанно нашей схожестью, то есть мы не сдавали друг за друга экзамены. Эх. Ну да, открою сейчас большой секрет. Сейчас мы ходим по одному абонементу в фитнес. Но. Надеюсь, они не посмотрят нашу программу. Да. Название фитнес-клуба мы не скажем. Ну, вот. Ну, может, нам пока еще везло, нас так не спалили. Ну, а если поговорить на такую все равно личную тему по поводу свиданий, были ли опыты встречи с близнецами, с близняшками? Было такое когда-то желание? Есть желание у всех знакомых познакомить именно с близнецами, вот стремление у всех. Да, но на самом деле это как бы у нас абсолютно разный вкус, у нас разные как бы предпочтения мужчин, допустим, да, то есть мы из-за этого не ругаемся, не ссоримся, потому что каждому нравится свой определенный тип.
Вот, а на свидание за Диляру я, например, никогда не ходила и не пойду, и считаю это глупостью. Так, если только ради какого-то эксперимента смешного. А у вас? Мы тоже никогда этим не пользовались, никогда не встречались с близняшками, не хотели этого, не ходили друг за друга на свидания и вообще, кажется, никогда друг друга не подменяли. Угу. Не пользовались тем, что мы были когда-то одинаковыми. Ну, вкус на девушку у вас тоже разный? Или бывало такое, что вам одна понравилась, и вы там из-за нее боролись? Нет, такого не было никогда. Не было никогда. Тем не менее, почему-то вот молодые люди, они сразу замечают, как то, что мы абсолютно разные. Говорят, я бы даже не сказала, что это твоя сестра, потому что вы в корне разные, у вас разные взгляды, разный говор, разные, не знаю, ну, абсолютно все разное. То есть, таким образом, я думаю, почему-то даже мужчина лучше замечает отличия, чем нежели девушки. Очень рада, что вы к нам пришли в студию, что мы поговорили об этом, вспомнили ваше детство, возможно, вот, о чем-то таком обидном и в то же время позитивном. Вот. То есть желаю все-таки тем, кто этого хочет, чтобы были близняшки. Вот. Мне кажется, что это классно. Вот. Главное правильно к этому относиться, вот. Решать проблемы, так скажем, по тому, как они наступают. Присоединюсь к пожеланиям Виктории. Большое спасибо, друзья, то, что вы пришли к нам сегодня на программу. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Друзья, если у вас есть какие-то мнения по поводу близнецов, какие-то, может, мысли, пишите в комментариях. Обязательно их обсудим, я надеюсь. Потом еще раз соберемся, уже новые мифы к нам придут. Без этого никак. На этом все. Для вас это ток-шоу вели Виктория Новикова, я Роман Полинсков. Увидимся, до свидания. Thank you.